замечательные даты, как столетие Октябрьской революции, не менее достойная дата 70-летия нашего любимого города. Ну а вчера был концерт, посвященный 65-летию Жуковской детской школы искусств. Это неординарное событие. Мы, многие из вас, выросли, будем так говорить, в сенаторе маленького теремка на улице Ломоносова. Теперь, конечно, школа возросла, она теперь не просто музыкалка, как мы ее называли, она теперь школа искусств, там процветают многие искусства. И мы рады, что наш культурограф, как мы его назвали в свое время, директора наших учреждений, процветает. Пусть так будет и дальше. Ну, а сегодня мы с вами встречаемся с замечательным коллективом, любимым вами и нами, камерным ансамблем «Ронда». Программа, подготовленная артистами, посвящена жанру серенады. В творчестве зарубежных и русских композиторов 18-20 столетий. Она составлена так, эта программа, что данный жанр представлен перед слушателями во всем своем многообразии и красоте. Немного истории. Начало существования серенады принято связывать с творчеством поэтов, музыкантов 12-13 веков, трубадуров, трумьеров, мини-зингеров. Одна из основных тем их музыкально-поэтических сочинений – культ прекрасной дамы и воспевание облагораживающей силы куртуазной любви. Само слово произошло от латинского корня «сера», что означает «вечный». Первоначально это было вокальное сочинение, исполняемое певцом под аккомпанемент лютни или мандолины, перед окном или балконом возлюбленной. Однако постепенно расширялся состав музыкальных инструментов, используемых для сопровождения вокальной партии. И через некоторое время, наряду с серенадами, написанными для голоса, стали появляться образцы инструментальной музыки, сочиненные в данном жанре. Их исполнение происходило также в вечернее время, на свежем воздухе, как на суше, так и на воде. В период классицизма серенады называли не только арию или песню в честь возлюбленной, но и целые театрализованные представления, посвященные различным событиям из жизни высшей аристократии. В оркестровой же музыке инструментальные танцевальные сюиты, ноктюрне, дирижменте серенада приобретает форму, родственную другим оркестровым жанром середины XVIII века, включая симфонию и оркестровую партию. Интересно, что серенада, название серенада композиторы давали некоторым частям своих камерных сочинений. Так, например, Йозеф Гайдн подобным образом назвал вторую часть квартета номер 5. Выразительная мелодия в партии первой скрипки поддерживается аккомпанементом других струнных, напоминающих звучание лютни, мандолины или педали. В творчестве венского классика Вольфганга Амадея Моцарта есть произведение, превзошедшее по своей известности многие серьезные и глубокие классические композиции.
взволнованность. Интимность и доверительность, свойственные камерной музыке, сочетаются в этом сочинении с развернутой симфонической формой. Сегодня для вас прозвучит первая часть серенады для струнных пианино дружин. Итак, я приглашаю на сцену камерный ансамбль «Ронда», руководитель Наталья Сысоева. В исполнении ансамбля
Thank you.